Друзья, всем привет! Сегодня 9-е. 8-е? 8-е? Кажется. Нет, 9-е. Вчера 8-е было. Вчера вечером я ездил на рыбалку. Короче, не суть. Сегодня 8-е число. У нас в гостях Рома Маньяк. Почему его называют Маньяк? Потому что он денег на рыбалку тратит и времени своего больше, чем я на всю свою личную жизнь. Вот. И у нас вчера возник вопрос с одним из подписчиков, который мне говорил, что флюр работает лучше по зиме, нежели обычная монка. Роман, вы на какую леску ловите? Ну, здесь стоит 25-я. Флюрокарбоновая. Флюрик стоит везде на поставушках. На всех поставушках у вас стоит флюр. А диаметр какой? 20-й. 20-й диаметр. У меня стоит 0,16 диаметр. Мы сейчас устроим дружеское пари. Я буду ловить на 4 поставухи с леской монка. Роман будет ловить на 4 удочки с леской флюрик. И мы посмотрим в конечном итоге до обеда, кто больше поймает. На актив нечестно, не играем. Только играем на поставухи. Ну что, погнали? Погнали. Так, друзья мои, взял я кружочки с дома, взял я бумеранги. Вот она та лунка, на которую, где мы ставили с вами желтый сыр, на который у нас вчера была поклевка, и красную икру. Вот она наша кровь. А вот те бумажки, которые я бессовестный вчера не выкинул. Ну ничего, сейчас мы их выкинем. Вот. Так что вчера еще один из подписчиков задавал вопрос, какой выбрать шуруповерт, какие выбрать именно моменты, там крутящий момент, там именно характеристики. Вот Роман у нас использует вот такой шуруповерт метабовский. Вот. Аккумулятор здесь стоит 5,2. То есть, если вы возьмете 4, грубо говоря, то 4 будет подмерзать на морозе. 5,2 так не мерзнет. Ну и все равно для него желательно делать чехольчик. Шнек у него тоже 150-й. Вот. И мы с вами сейчас пойдем на нашу лунку, где мы вчера с вами вытащили рыбину. Ну, хотя мы возле нее сейчас стоим. Вот. И тут сейчас попробуем, поставим нашу удочку. Так, берем мы с вами удочку с двумя крючками, да, то есть на которую мы вчера здесь поймали на светлый сторожок. Вот, одеваем с вами наш бумеранг, есть, готово, берем, одеваем наш кивочек. Так, вот вчера ловили мы с вами вот в той лунке, а сегодня будем ловить вот эту. Ну, потому что она нам досталась на халяву, я приехал, а Ромка уже тут все насверлил. Но у него у нас еще есть большая фора, потому что у него удочки уже стоят. Вот, поэтому у него большое преимущество. А у нас ставится только первая удочка. Что мы делаем? Так же, как вчера, берем с вами желтый сыр. Берем нижний крючок. Вот. Насаживаем. Насаживаем. Так, насадили. И берем верхний крючок. Берем красную икру. Ничего не меняем. Вот, делаем так, как делали вчера. Ночью. О, вечером. Что, ребят, самое главное, убирайте пасту, потому что паста мерзнет. Вот. Все. Зарядили. Ну и поскольку у нас у Романа есть фора, да, что у него стоят уже удочки. Вот. Мы с вами, короче, прикупили. Где она есть-то? Вот. Прикупили вот такую вот штуку. Не знаю, работает она, не работает. Ну, давайте попробуем. Вот. Ну, как говорят ребята, самое главное не переборщить. По капельке. Капельку сюда. И капельку сюда. Вот. Ну, сейчас проверим. Что это называется? Называется форелевые феромоны. Ну, насколько они рабочие, узнаем в дальнейшем. Так. Берем с вами нашу удочку, опускаем. Так, давайте верхнюю чуть-чуть повыше поднимем. Вот так примерно, чтобы даже еще может чуток. Вот. И все. Вот смотрите, видите, как паста? Вот где основная леска,
И вот где стоит у нас паста, которая у нас идет на сторожке. То есть, как бы вы понимаете, да? То есть, она у вас к основной леске не подходит. Поэтому делаем таким методом. Натянули. Друзья, смотрите, обратите внимание, что удочки, на которых я ставлю оранжевые кружки, вот здесь у нас стоит по два крючка, а на которой будет стоять у нас синий, вот там будет у нас стоять. Да что ты будешь? Подбивать на свежий, вот на белый. Вот. На синих будут у нас стоять. Ой, на одних крючках будут стоять у нас синий. Так, пасту убираем, чтобы она у нас не мерзла в карман. И все. Наша поехали. Первая поклевка. Пойдемте. Что у нас тут произошло? Правильно. Она у нас сидит. Не надо драть ее. Да потихонечку, потихонечку. Вот она, видите? Потихонечку, потихонечку, не спеша. Взяла она у нас на желтый сыр. Вот. Поэтому вводим, вводим. Вводим, вводим. Так. Заводим. Аккуратненько в луночку. Не спеша, ребят, не спеша. Спешка здесь, еще раз повторяю, не нужна. Вот. Запуталась. Так, так, так. Есть. Вот такая у нас чудо-рыбка. Вот. Ну, маленькая, не маленькая. Ну, моно леска пока вас обставляет, Роман. Берем мы нашу форельку, берем с вами лесочку. И вот такой вот у нас экстрактор. Да что ты будешь делать? Я как медведь, ребят, не повернуться, не развернуться в этом костюме. Берем, вставляем вот так леску и все. И крючок мы с вами вытащили. Берем опять с вами желтый наш сырочек. Вот. И насаживаем желтый сырочек. И значит у нас здесь форелька ходит. Это о чем говорит? Значит, одну удочку с глубины переносим мы сюда. Вот. Так, поехали. Запускаем. Подмяли. Опа. Чпок. Это взяла у нас практически у самого дна. Вот, поэтому выставляем ее обратно, ставим наше колечко, все, и пошли теперь переставлять удочку ближе к берегу. Вот это сик, вот это зачет, вот это класс, хороша какая. Ну вот, к пивку готово, что. Смотри, плотва какая-то. Да, и плотвичка тут клюет. Ну что, ребят, ушли мы кофе пить. Вот, Ромыч побежал. У него удочку чуть не сперло. Сейчас, сейчас, секундочку. Ничего не вижу. Где он есть, поймать его. Вон он. Ну, что он там? Ну чё, 1-1? Или ничего нету? Не, что-то тащит. Чё, погор не взял, что ли?
Вот красавчик. Водит, водит. Сейчас достанет. Не взял вагорик. Видите, не спеша, потихоньку подводит, не кипишует. Даже на 0,2 леску. Видишь, она водит, водит, его гоняет там по жесткому. Так, все, дома. Флюр Монка 1-1. Ну что, подведем итоги. Короче, 2-1. 5-1, какой 2? 5-1, это ты, я приехал, ты уже наловил две штуки. До этого. Две штуки. На флюрик? Три. Ну а до этого, когда я приехал, у тебя 3-1. Две уже было? Ваня сосет. Короче, соревнования устроили, соревнования закончились. Короче, за все время на флюрик он вытащил 3 рыбины, я вытащил на монку 1 рыбину. Почему? Потому что он просто попал на место. Да. Че, давай еще оправдывайся. Я всегда попадаю на место. Конечно, конечно. Пускай, ладно. Че ты оправдываешься-то? Начинается. Так что, короче, вот такие вот дела. Вот. Ну, он, поэтому он маньяк, че, а я-то че? Я Ванька-рыбак просто. Он же маньяк, понимаете? Вот. Какой флюр ты ставишь? Расскажи людям. 20-й. Вот так вот, видите. Это ну, следующий... не просто флюр. Вот я говорю, это дорогой. Он просто попал. Я его в следующий раз, короче, накажу. Вот посмотрите.